18 октября 2019 года в проектном офисе «Рухани Жангару» Аркалыкского государственного педагогического института имени Ибрая Алтынсарина был проведен круглый стол «Олодала Мәңгелік ел 3Г», посвященный обсуждению содержания статьи первого президента «Семь граней Великой степи». Организатором мероприятия стала куратор группы «Математика-физика-21» Мирамкуль Абдрахманова. В мероприятии приняли участие студенты второго курса и преподаватели кафедры, директор проектного офиса «Рухани Жангару». Вступительным словом выступил проректор по учебной и научной работе Нурлхан Тимирбеков. Он отметил, что новые проекты, указанные Елбасы в данной статье, являются логическим продолжением программы «Рухани Жангару» и позволяют актуализировать многовековое наследие наших предков, сделав его понятным и востребованным в условиях цифровой цивилизации. За круглым столом студенты подробно разбирали первый раздел статьи под названием «Пространство и время национальной истории», в которой рассматриваются такие темы: всадническая культура, древняя металлургия Великой степи, звериный стиль, золотой человек, колыбель тюркского мира, Великий шелковый путь, Казахстан, родина яблок и тюльпанов. Также ознакомились с проектами «Архив-2025», «Великие имена Великой степи», «Генезис тюркского мира», «Музей древнего искусства и технологий Великой степи», «Тысяча лет степного фольклора и музыки», «История в кино и на телевидении». Основные направления статьи – это воспитание патриотизма и гордости за свою историю, формирование чувства единства своих истоков у всех казахстанцев. Прославленные батыры, мыслители и правители Великой степи достойны стать примером для подражания не только в Казахстане, но и во всем мире.